Зрители, продолжаем прохождение God of War. Отвлечемся от немного от этих событий, да, которые там происходят. Выбираем замечательнейшую игру. Козлы вонючие. Выродки, вы что делаете? Я твой рот топтал, Вася! Иди сюда, тварь! Я его руками знаю. Так. Вот тебе надо тут гадать, как это все. Так. Вот руна. Вторая руна. А вот и третья руна, да? Все, сундучок открыт. Что там у нас? Так, и нужно нам еще попасть вон туда, там вон сундук. Короче, новости такие, что в Стиме вообще насрать по сути, да, но, короче, CD Projekt Red не продает больше свои товары, ну, то есть не продает там Киберпанк, Ведьмак в России. Короче, все игровые компании, PlayStation какие-то, да, там пошли ограничения при покупке там в PS Store, да, ну, то есть такие вот. И правительство на фоне этого говорит, давай, качай пиратки, торренты давай снова, короче, за торренты топит. Так, пойдем тут сюда, по-моему. Ну, мне, по сути, похеру, да, я как бы всегда торрентил, но... Обидно, да, то, что вот... Да. Я маму ни с кем не спутну. Это была она. И решили, мальчик. Или хватит об этом. Зачем? А, это типа назад, когда пойдешь. Ну ладно, что ж, пойдем дальше. Бесит меня вот эти вот хероборы, конечно. Ну, это вот не самое. Там есть уровень, где в тумане нужно бегать. Это просто отвратительнейший уровень. Кто его создавал, тому надо этот уровень самому проходить. Ярость.
На F2G я нажимаю. Мы просто сделали как-то сцену. Замахивается, как будто 300-летний дед. Здесь нужны нам стрелы, да? Да хочу... А, вот, сундук, да, точно. Тоже, короче, Intel AMD, это производитель, крупнейший производитель процессоров, перестали поставлять, по крайней мере, это не коснется пользователей обычных, я имею в виду. Короче, они перестали поставлять свою продукцию в России. Печально. Везде нас блокируют. Куда? Угу, надо вот эту хрень подбить, значит. Ты козлина сраная. Умри, тварь. Сюда. Давай, крывайся. Дерьма.
Так, а там что? Туда пойдем. Можно продать, короче. Бля, вот эти вот колокола, конечно, меня бесит, на самом деле. Так, ага, раз, два. Раз, два, а где третий? Ну, второй колокол. Ёбаный театр, мазафакер. Да ёбшкин корень. Да чё такое? Говно собачий, козел вонючий, анонис чертов, иди сюда. Ты шо ко мне лезь? Значит, ты на последний бить, да? Давай. Раз. Два. Ну давай. Вот я кривой. Кривой ублюдок в натуре, криворукий. Максимально яростно. Так, появились камни воскрешения, понятно. Понятно, что... Чародейская накидка.
третий, это второй, третий уровень. Сила, защита, живучесть. Сила, удача. Тут вот сходим. А может на руны все-таки упор сделать? То есть я, в принципе, раз прошел, я играл на защиту. Может, давай попробуем на руны сделать. Это останавливает всех рунических атак. Хватает серебра. Ну ладно, что, пойдем тогда. Сюда. Он и второй синий перебирается быстро. Сигай его, сигай, вот так вот. Я вот первый раз играл, я, наверное, только вот здесь узнал. Ну, тут, что вот такие вот есть, типа, комбо. Так, а вот это вот как? А я вот не помню, крал я этот сундук или нет. Угу. Ну, у Sony, да, у них такой... На всех, все игры практически одинаковые. Однокнопочные. Ну, у них как все похожие, все механики похожи. Но самое сложное в этой игре, это, конечно, Валькирии. Это просто какой-то трэш в натуре. Я первую Валькирию встретил, но это я первый раз сражался. Я бился, наверное, минут 40, блядь. Ну а королева Валькирии, там типа всех 8 Валькирий убиваешь, и в конце королева. Так. Непонятно как. Наверное, надо с другой стороны все-таки тут открывать. Сундучок. Ну да. Все. Ой. Да, вот эта вот анимация, она немного подбешивает. Она так появляется долго и исчезает долго, что аж можно, не знаю, что сделать, можно
посрать пойти, как она исчезнет. Да, то есть у них вот эта вот механика лазания, она у всех игр одна. Давай, давай, херачи, херачи. Вот так вот. Будут знать. Все, закончились. Знаете, стилистика, вот этот уровень похож на Diablo 3 и на Doom Eternal. Вот там точно похожие уровни были с похожим дизайном. Плохо. Хороший товар. Сталкер 2, короче, заморозили. Ну понятно, что там сейчас не достал, но жаль, конечно. Так хотелось взглянуть в конце года на сталкер. Ну и того, может, его бы перенесли еще. Ну, на самом деле боссы здесь не сложные, ну по крайней мере на легком. Здесь валькирии сложнее в тысячи миллионов раз. Ну нет, возможно, я просто не играл на сложном, да, возможно, на сложном действительно сложно. Ух, шарады эти. Как так, что ли, получается? О, ни хрена не так. Так, нет.
Как же. Так вот. А это вот так вот. Так, а где еще один? А, вот третий. Будем качать руны в это прохождение. Попробуем на рунических. На рунических, а так больше. В прошлый раз я... качал как бы типа воина. Сейчас я попробую. Забыл колонки отключить. Сорян. Опять звук будет сдвоенный, извиняюсь. Надо было ярость оставить. В узком пространстве толпа сама себе мешает. Не отвлекайся! Типа сила рун, как я понимаю, зависит от вот этой вот силы рунической атаки. Сколько она отнимает. Ну это типа вариации маг и воин. Ну как бы полувоин, полумаг и воин. Она там?
огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди. Хочу. Здесь. Это на крайний случай. Тут топор больше, чем он. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Чему? Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты!